Ой, ну что, ребятки, всем привет, мои хорошие, мои любыми. Вы попали на канал Бурманки Владислава, либо же Бероджи. Сегодня в этом видео мы запишем реакцию на такую страну, которая в этом году принимает Евровидение. Страна-хозяйка, в прошлом году она победила, это Нидерланды. Так, Нидерланды в этом году представит Джерни Маккрой. Ну что, давайте посмотрим, а потом уже будем какие-то выводы делать. Как мы знаем, страны-хозяйки, которые, ну, проводят у себя конкурс, они особо не побеждают. Хотя это, конечно, такая штука не работает на детском Евровидении. Он Польша 2 года подряд победила. В этом году опять по Евровидению Польша пройдет. Джонгу Маккрой. Давай. Это у нас клип. О, дорогой клип. Это он лежит, да? Да. Да ты шо? Да ты шо? Вау. Хорошо, нравится. О, воспоминания, воспоминания. Мне нравится, что пока что нету музыки. Только какой звук, знаете, такого самолета. Знаете, как будто бы акапельно вообще поет. Очень красиво. Как будто бы из фильма. Ну, клип хороший, мне нравится. Клип дорогой, но это не важно. Просто он красивый. До сих пор нету битов, нету ничего, и мне это нравится. И сейчас должно уже пойти, что это такое. Да. Вау. Аранжировка такая, из фильма какие-то звуки. Такое. Ну, короче, ребята, мне тоже нравится все. Это мой лидер почти. Ну, не лидер, конечно. Ой. Ну, очень крутое звучание. Я вам скажу, это не стандартная попса, как, например, Швеция в этом году. Если Швеция в этом... Ну, я потом про Швецию. Мне нравится. Вот, вроде бы попсовая песня, но она настолько нестандартная. Не настолько не такая уже прям, что штамповка. Это очень круто. Это очень красиво. И мне это тоже нравится. Нету таких стандартных битов. Вообще нету в песне битов. Но только если такая хернюшка стукает... О, есть биты уже. Мне дуже нравится. Я уже хочу эту песню слушать в наушниках. Это лучшая песня из таких вот, ну, на этом конкурсе в этом году. Вот есть, например, Франция, это говно. Ну, не, ну не говно, но стандартное что-то, ну, скучное. Еще есть страны, я уже забылся. Класс. Ага. Ну, про клип, да? В клипе они сейчас сидят. На стульчиках, как в фильмах кто-то показывает, как наркоманы, например, разбираются, рассказывают про себя. Ну, задумка хорошая, просто мне даже интересно, про что эта песня уже. Ждем реакцию Ленечки Полевщика, что нам перевод почитает. Ой, кайфуша, песня шикарная. Тишина, все, конец. Что ты вибрируешь? Вау, ребята, вот это кайф. Вот эта песня мне дуже понравилась. Здесь битов почти не было, она нестандартно звучит. И вот насчет Швеции я немножко заикнулся. Не дай боже, в этом году Швеция представит очередную штамповку. Для меня будет самая худшая страна, потому что я ненавижу Швецию. В прошлом году это был фу, трэш. Именно не по качеству песни, а просто по Швеции и штамповка. Это можно ставить знак равно, да, по-русски. Доривнюю, короче, можно ставить. И вот это поставишь, доривнюю, и все. Ну реально, штамповка. Вот 18-й год, вот было круто. Песня, но все равно она стандартная, но она, ну, не попсовая, такая, как в прошлом году. Фу, иду, там мне не нравился этот Люндвиг. Не через то, что там, знаете, этим на коже. Не, я не расист, не переживайте. Ну такая же попса, ну боже. В этом году вот мне, вот, например, это нравится. Вот жду Швецию, жду очень сильно. Будет либо хорошая реакция, либо обосру. Это ж типа законодатели моды, мировой музыки, а пишут херню, штамповки такие, какие я слушать не могу. А жюри вечно ту Швецию тянут, а зрители нахера баллов не дают. Ну, короче, вот такие вот. Ну, давайте мы вернемся к Нидерландам, которые в этом году представили шикарнейшую заявку. У них закрытый отбор, кто не знает, и нормально. Мне нравится, что они выбрали такую песню, такого исполнителя с таким шикарным голосом. Обычный, конечно, голос. Винт там сильно себя не проявил, но мне понравилось. Ребята, ждите
топ на канале будет 41, когда уже запишу все реакции. Надеюсь, в этом году записать поскорее все реакции, выложить их, потому что, ну, тянуть вот это вот, знаете, до мая реакции записывать, ну, это тоже ненормально, вас насиловать, знаете, вы все ждете реакции, а я что буду тянуть? У нас будут выступать участники на вечеринках, это тоже отдельные видео буду записывать, поэтому подписывайтесь на канал, кто кого интересует Евровидение, кто любит этот конкурс, я обожаю. Поэтому давайте мы вместе будем вместе с вами, моей куколкой. Шо вон пилинкая, боже, фу. Будьте со мной на чеку. Все. Спасибо за просмотр.